Всех приветствую. Небольшой разговор на тему приспособлений для отворачивания гаек крепления топливной сборки на автомобилях Toyota. Это гайка от автомобиля Toyota Highlander. И ее можно открутить тремя способами. Первый способ – это распилить ее поперек и тупо отломать. Иногда других вариантов для откручивания физически просто не бывает, потому что с завода данная гайка закручена достаточно крепко. Собака, отстань, мешаешься. Приспособление, которое обычно я использовал до сего момента, это универсальное приспособление фирмы Lykota. Оно позволяет подстраиваться под разные типы гаек. Приспособление достаточно удобное, но есть недостаток. Опорная поверхность при отворачивании достаточно маленькая. И обычно при высокой степени затяжки данное приспособление с гайки просто соскакивает, либо отламывает грани. Потому что, еще раз повторюсь, заводское усилие затяжки достаточно велико в некоторых случаях, и открутить гайку не представляется возможным. В таких случаях обычно я ее пилю вот здесь, в одном из мест, и разламываю. И ставлю новую гайку. Поэтому рекомендую, если у вас с приспособлениями проблема, обзавестись при замене топливной сборки новой гайкой. Это вам упростит жизнь. Так вот, данное приспособление удобное, но не всегда позволяет открутить гайку. По причине того, что площадь опорная мала, и вот эти грани, они просто отламываются. На этой гайке одна из граней уже у меня при отворачивании сломалась. Вот можно видеть, грань отломалась, съемник слетел. И дальше мы переместились на другие рабочие грани. Мне повезло, вот эту гайку я открутил. Но сразу скажу, что до меня туда уже кто-то лазил, и гайка эта уже не заводская. То есть ее меняли. Заводскую гайку также спиливали. Не так давно я в каталоге GTC увидел вот такое интересное приспособление специально под тойотовские гайки. Как можно видеть, на данном приспособлении увеличена площадь фиксации. И сделан более удобный захват под головку, либо удлинитель. На данном приспособлении у меня здесь квадрат, и он разбивается. И такой еще момент, когда гайка у нас утоплена внутри кузова, данным приспособлением в одни руки иногда достаточно тяжело что-то открутить по причине того, что большой рычаг получается, и его гнет, и оно соскакивает. Приспособление GTC у нас называется 4462. Оно достаточно комфортно устанавливается на гайку и захватывает, как можно видеть, большое количество граней. На мой взгляд, данное приспособление будет очень адекватно и поможет отвернуть гайки, которые с завода закручены с достаточно большим моментом. То есть я надеюсь, что данное приспособление облегчит мне в дальнейшем работу.
с данными гайками. Как будет по факту, не знаю, буду пробовать. Но на вид сделано добротно. Площадь поверхности контактной однозначно выше. И, соответственно, больше шансов оставить гайку целой. Ну и удобно работать с ним. С учетом того, что здесь у нас и под удлинитель, одну вторую есть, квадрат. И также под головку, наружную часть. И даже вот ее удобно вот так вот крутить рукой. Берите на заметку. Всем удачи. До новых встреч.